Здравствуйте, с вами Наталья. Август, к сожалению, это последний летний месяц, но это и пора созревания урожая. Я солю огурцы для новогоднего вкуснейшего оливье и варю лечо. И сегодня мы решили узнать у наших горожан, что же готовят они на зиму. Где это лучше сделать? Конечно, на центральном рынке. Поехали! Какие зимние заготовки вы готовите? Все, что есть. Из огурцов, из помидоров. У меня просто своя теплица. И все, что это. У меня ребятишки хорошо едят. И потом всю зиму это едите? Ну да. Домашние все выращиваем. И помидоры, и огурцы, и кабачки. И вот, пожалуйста, ягоды всевозможные. Лечо. Тёщин язык готовлю. Огурцы мариную и солю. Из кабачков тёщин язык, лечо кабачковое. Огурцы, помидоры, баклажаны, не знаю, разные. А из баклажан что делаете? Жарим, да, томатом, всем вкусно и бывает. Это все в банку, да, закатываем. Да, да, да. Самое любимое, что вы вот любите делать и есть потом? Какой самый любимый? Огурец. Мы вообще в Якутии живем, поэтому да. Мы вот к дочке приехали. И у нас дача здесь своя, всегда делаем все. А какие зимние заготовки ваши любимые? Огурцы соленые всегда. Варенье всегда варим. Варенье из чего? Малина, смородина, лесная смородина, голубика. Дочка голубику любит. В Якутию возите? Обязательно. Как там? Там же ничего не растет у нас, поэтому приходится. Все любим, все заготавливаем. И варенье варим, и компоты варим, и огурцы, и... да все делаем. Самые любимые заготовки ваши какие? Из фруктов или как, из чего ли? Ну, из фруктов, из овощей. Огурцы, лечо вкусное делали. Делаю заготовки разные. Например, перцы сладкие. Значит, я их режу и варю в томатном соке. Ну, огурцы солим, аджику, лечо. Ну, это рецепт. А есть какие-то универсальные секреты для хранения зимних заготовок? Это надо баночку хорошо стерилизовать, и она сохранится, года три может лежать, ничего с ней не будет. Ну, огурцы солю, ягоду варю, но грибы собираю, солю. Огурцы, помидоры, капусту солить. Солить, помидоры, да. Маринуем. Через ягоды что-то делаем. Вот малину сейчас сделали. Мы вообще не местные. Ну, я вот здесь уже и москвичей сняла, да. И из Якутска. Зимние заготовки мы солим огурцы, помидоры. Мы делаем лечо, икру кабачковую, очень вкусная. То есть, грибы солим. Грибы солим, вот уже насобирали. Рассольник делаем, засолку огурцов, помидор. Все соль, варенье, наварили уже с рынка. Угу. Вот. Продукты где берете для этого все? Но продукты вот в основном-то на рынке больше берем. А из ягод что делаете? Клубнику, малину, чернику. Вот голубицу охота еще было взять. А из черемухи? Зимой прекрасно. А потом зимой прекрасно поедаем. А что делаете из нее? Она же вкусная. Так едим. Большая. Но она вкусная зимой. Из ягоды. Я ягоду теперь не варю. Я ее... перемалываю или толчешь там с сахаром и размешиваешь несколько дней, и все. А варить я не варю теперь. Если ягода, то я замораживаю. Если целиком мне надо, то замораживаю. А так я перемалываю обычно, да, с сахаром. Ну, хорошо, надо размешать. Несколько дней надо размешивать, чтобы сахар полностью растворился. Например, клубнику мы замораживаем в такой вот... цельная, но там еще даже, знаете, делаем кашицу такую и замораживаем. Это очень вкусно потом зимой разморозить и как свеженькие покушать. А ягоду как сохраняете на зиму? Засахариваю. Все варите? Все. Не. Но ягоду как? Ягоду, брусника, ягоду морс, смородина. Морс, допустим, замораживаешь ягоду в холодильнике, а потом, когда болеешь, морс из нее делаешь. Замороженные ягоды? Да. Клубника? Что вы делаете с клубники? Замораживаем в основном. Вода? Вареньем. Хватает на целый зимний сезон замороженной клубники? Хватает. В каше и так поесть. А еще что? Еще что? Варенье. Что мы еще делаем? Варенье любим. Ваши любимые зимние заготовки какие? Я люблю очень аджику по-своему, моему личному рецепту. Расскажите немножечко.
ну, как сказать, там морковь, помидоры, перчики. Все перекручивает. Да, там чеснок есть, острый перец. Все это перекрутит по рецепту, естественно, она и варится. Где-то минут 35, может быть. В конце, до конца варки я ложу перец, острый перец и чеснок. И все, и стерильно закатывайте, пожалуйста. Помидоры, которые закрыты, сели, которые накрываешь. Соленые помидоры. Все соленые, да. А еще? Еще лечо. Лечо, вот. Вообще, сильно не люблю такие заготовки, поэтому не делаю. Я больше варенья, наверное, делаю.